Сегодня в чемпионате высшей хоккейной лиги свой первый официальный матч сыграет ярославский «Локомотив», возрожденный после гибели игроков и тренеров клуба в авиакатастрофе. Предстоящая игра с «Нефтяником» из Альметьевска, пожалуй, самое ожидаемое событие декабря в городе на Волге. Билеты на игру были раскуплены за 4 часа. Ледовая дружина под руководством Петра Воробьева создана на основе «Лока» молодежной команды ярославцев. В регулярном первенстве ВХЛ «Локомотиву» предстоит провести 22 матча. Ребята все очень способны, очень талантливые, поэтому единственное только, что надо работать, как они будут воспринимать. Но талантливые ребята, они обычно воспринимают, в общем-то, довольно быстро. Им отличается талант. Напомню, самолет Як-42 с хоккеистами «Локомотива» разбился 7 сентября под Ярославлем из-за ошибки пилота. Из находившихся на борту 45 человек выжил только один из членов экипажа, Александр Сизов.